Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы начинаем новую игру Convection из серии Tom Clancy's Splinter Cell. Ну что ж, давайте. Новая игра. Игрок обычный. Смотрим. Ubisoft представляет. Производство Ubisoft Montreal. Через 74 часа. Я всегда это делаю, Сэм. Всегда. Нужно понять вот что. Сэм Фишер, которого ты знал, мертв. Его убила Америка, попросив у него жертву. Слишком многие пересекают одну и ту же черту. Его убил пьяный водитель, какой-то анонимный козел, переехавший его дочь и сваливший. Печально. Она была единственным в его жизни, что его очеловечивало. Его агентство его убило. Оно подставило его и спустило с цепи, приказав ему спустить курок на его лучшего друга в грязном нью-йоркском подвале. В тот день от руки Сэма умер Ирвинг Ламберт, и Сэм умер тоже. Поэтому он ушел. Ушел из третьего эшелона, из жизни, которую он знал. Уехал из Америки, оставив все позади. Он слетел с катушек и стал бродяжничать в поисках причин, чтобы продолжать жить. В итоге он нашел одну причину. Месть. До него дошел слух о том, что, возможно, смерть его дочери не была несчастным случаем. Он узнал имя и узнал место, где нужно проводить поиски. Город под названием Валетта на Мальте. Хорошо, мы на это способны. Завтра? Простите, сэр. Да. Вас к телефону. Наилучшими пожеланиями от звонящего. Вот так вот. Ну ладно, давай ответим. Сэм, кто это? Как ты нашла меня? Сэм, ты меня недооцениваешь. И не говори, что не узнал мой голос, даже спустя столько времени. Грим, чего ты хочешь? Спасти тебе жизнь. Это для начала. На рынок только что зашла группа вооруженных людей, которые ищут тебя и идут в твою сторону. Если ты не будешь меня слушаться, разговор будет очень коротким. Окей, да? Ни черта я не стану делать, пока ты не скажешь, как нашла меня. Третий эшелон. Мы следим за каждым. Посмотри вверх. Увидишь его. Вижу. Тогда я верну его на безопасную высоту, и можешь идти дальше. Ты так и не сказала, как нашла меня. Иди. На твою позицию движется враг. Пока ты сидишь на месте, ты отличная мишень. Так что двигайся к скоплению палаток на рынке. Там полно укрытий. Да, ну давай. Как в старые времена, а, Грим? Как в старые времена, Сэм. Оружие есть? Я предпочитаю не рисковать, стреляя по камерам наблюдения. Очень благородно. Но сейчас важно вытащить тебя в целости и сохранности. Поэтому иди в укрытие, или я не смогу тебе помочь, Сэм. Давай. Все, уходите, убирайтесь отсюда, к черту. О, боже мой, боже! Так. Убирайся, быстро! Хорошо, теперь давай подберемся поближе к тем освещенным целям. Переходи от укрытия к укрытию, пока не доберешься до палатки с чемоданами. Как будешь там, я смогу помочь тебе. Это тебе в голову приходило? Отправь сюда пару ребят немедленно. Что-то я не понимаю. А ты что не разворачиваешься-то? Ага, мы хоть бы знаем, что этот парень один. Опа, блин, как-то управление немножко такое. Опа, а удерживать надо. Сложновато, да, в этом плане. Подключаюсь к городской энергосети. Так я смогу перегрузить трансформатор неподалеку и потушить свет. Ой-ой-ой-ой-ой. Папа? Папа?
Да, дочка. Привет, малышка, что случилось? Я не люблю, когда темно, мне страшно. Включишь мне свет, пожалуйста? Да, конечно, моя прелесть. Ой, ладно тебе, солнышко, нечего бояться в темноте. Иногда темнота — это хорошо. Например, если хочешь лечь спать. А я могу спать и со светом. Так, а если вот так, когда светло, в темном углу ничего не видно, а когда темно, вокруг все видно, гораздо лучше, правда? Правда. Если рядом были бы монстры или плохие люди, ты бы их видела? А они бы тебя в темноте не заметили. Я тебя тоже не вижу, пожалуйста, включи обратно свет. Ну ладно, милая, но я тебе еще не показывал одну классную штуку. Штуку? Покажи. Ладно, вот. Когда ты в темноте и твои глаза к ней привыкают, можешь навидеть все вокруг очень хорошо, и можно делать разные вещи. Какие? Посмотри на свою гирлянду. Она хорошо видна, правда? Так, а если я вижу, если бы под ней стоял монстр, я бы смог сделать так, чтобы она упала на них, и они ушли. Она упадет им на голову, и они больше не будут приходить. Умница, дочка. Так. Доча, спи. Папа просит тебя полежать в кровати, хорошо? Он закроет дверь и скоро вернется. Ладно? Окей, папа, я люблю тебя. Ну вот, Сэм, темно и мило. Как тебе нравится? Хватит игр, тупой сукин сын. Я тебя дождусь. Что бы ты ни делал, я тебя все равно достану, козел. Это тебя не спасет. А что меня спасет? Ты меня, что ли, спасешь? Давай, покажись, козел. Ты жалкий трус, Фишер. На, блин, попал же все-таки. Способность отменить и ликвидировать дает вам возможность быстро уничтожать несколько целей. Придурок. Да я слышал, тут медали и прочую херню сбыть можно. И девочка тут живет, ничего, можно взять. Так. Опаньки. Какая прелесть. Уничтожив противника в рукопашную, вы получаете... Так, не понял. Чтобы отметить цели, наведите на них, нажмите Q. Чтобы ликвидировать. Ага, вот это легко. Ой, доча, не выходи. Папа, что с ними сделал, папа? Сара, милая, не смотри. Ребенку нет, зачем это? Сэм, что ты делаешь? Что ты делаешь, папочка? Что ты делаешь? Ой, не надо на меня только бузить. Сэм? За дочку еще легко делались. Черт. Вот ты где. Они прислали подкрепление. С ними главный. Если доберешься до него, я его опознаю, и ты будешь знать, что спрашивать. Так. Маленько. И кто же теперь заплатит по этому счету? Держи его. О, господи, сколько нам еще на него работать? Неплохие деньги. Точку. Он должен быть. Так. Пока вроде хорошо иду. Смотрите, какие у меня способности. Ой, зеленая штучка какая-то, смотрите. Блин, я думал, что-то серьезно, что-то я хорошее. Я узнала главного, Сэм. Его зовут Дмитрий Грамкос. Он местный уличный главарь. Работает по найму вместе с бандой. Понятно. Сейчас. Может, сам его спросишь? Прошу, пожалуй. Блин. Ой. Это случай. Что? Что за тебя? Сюда, это что за? Спокойно. Приведите меня, придурки. Погоди, засранец. Я что-нибудь скажу. Попади в это, урод. Попал же. Покажем ему. Мне нужно возвращаться, урод. Черт, нужно перезарядить. Покажем ему.
Мне нужен здесь свет. Он это там, ясно? Прикончить его. Я вхожу. Да! Да. Мне нужен здесь свет. Это ясно? Так. Покажем ему. Блин, ты меня спалил, да? Покажем ему. Покажем ему. Боже, я спрячусь здесь. Откусил. Подожди. Зубы, что чуть не подавился. Так, я здесь не могу, да? Туда я тоже. Блин, значит, его надо захватывать как-то, блин, надо захватывать. Ладно. Тут по-любому какой-то секрет был на рынке. Какая-то фишечка. Не подходи, понял? На, давай, лови его, козла. Меня ищешь, козел. Ха, как я угадал, смотрите. Ох ты, ох ты. Кто тебя послал? Как красиво я сделал. Иди нахер. Ну, сейчас. С, конечно, С. Головой в писсуар. Ну, что-то писсуар какой-то непрочный. По идее, там керамика ладно, должна вас. Вот так расхристать была. Знать, кто меня послал. Это Кобин. Андрей Кобин. Что за озвучка такая? Надо стараться было. Больше эмоций. Это я не эмоциональный, а вы там должны быть. Занимается наркотой, оружием. Достает людям товары. Этого мало. Зачем Кобину убивать меня? Нет, прошу. Хватит. Ладно. Еще один писсуар есть. Ну я прям ясновидящий. Кстати, первый раз играю в эту игру. Он был за рулем, когда сбили твою дочь. Ну, хвастался этим, понимаешь? Услышал, что ты идешь, и нанял меня, чтобы тебя убить раньше, чем ты его. Советую вернуть ему деньги. Где мне его найти? Ты не понимаешь. Они убьют меня. Так, я тебя сейчас убью. Ты дебил. Я тебя уже убиваю, если быть точнее. Какой же вы дебил, блин. В городе. Старый музей на улице Короля Георга, он сейчас там обитает. Охрана перед домом и по бокам. Не говори ему, что это я рассказал. Да, озвучка желает. Но я ни слова ему желать скажу. Лучшего. Не говори ему, что я тебе это сказал. Но я всегда знал, что Сэм отправится именно туда. Все мерзкие дела на Мальте проходили через этот особняк. Все действия Кобина базировались там, и он превратил это место в крепость. Если честно, это было только началом, ведь после этого он наполнил особняк нервными парнями с автоматами. Но Сэм знал, что Кобин там, и что он может знать что-то о том, что случилось с его дочерью. Поэтому Сэм хотел попасть туда любой ценой. Особняк Андрея Кобина. Кстати, заметьте, от прошлого Splinter Cell он отличается тем, что там какая-то муторная история была, а здесь реально сюжетная. Там хрень какая-то. И были в основном только миссии. Будь здоров, ой, спасибо. Итак, новое средство зеркала. Использую его, чтобы заглянуть под дверь. Вот. Видите, тут уже как-то более интереснее, чем все вот это вот. Там просто были спецзадания. А здесь сам сюжет. Так, управлять увеличением с помощью. Так, ага, понятно. А, вот так вот. А мне кого надо вычислить-то? Ну все, вроде бы, все посмотрел, что мне надо. Ладно. Кто у меня тут?
Будь осторожнее. Прошу прощения. Сделать что? Так, вот я иду. Вот я иду. Так, меня видно, я понял. Эти значки обозначают наверху. Ага. Мирные люди. Так. Что, те два мешка для трупов, которыми тебя запугали? Сегодня сюда? Ну-ка, давай. Его ликвидация имеет высший приоритет. Все должно пройти гладко. Никаких сюрпризов, ясно? А как мне его вырубить? Снова прячешься. Так. Вас понял. Годится. Кобин сюда и близко не сунется. Его здесь закроют. Но парни могут выполнить доставку. Это печально, друг. Когда Кобин в игре, он отличный оператор. Я слышал, что русский прошел как по маслу. Да, но эти парни Фишера их очень сильно запугали. Я слышал... Блин! Так. Он собирается стрелять. Кто? Никого не вижу. Давай-ка вот сюда вот залезу. Так, чтобы выбросить противника в окно или... Хопа! Что еще тут есть? Так, минутку. Эй, мистер, похоже, теперь дело за нами, приятель. Внимание, парни, у меня... Черт, ты видел список, в который был включен Кобин? Он ест их вместо конфет. Наверное, хочет попробовать новый вкус. Я хочу, о, я есть в списке. Подумай только, все записано сбоку на... Так, это я... Вот же дерьмо, а? Заработал. Подождите минутку. Спокойненько. И что нам с этим делать? Перетащи их в задний двор. Пусть кто-то другой с ними разбирается. Думаю, это уже что-то. А кто эти засранцы вообще? Не знаю. Парни из ЦРУ, КГБ. Я слышал что-то такое, что Кобин их убрал. Кобин убирал секретных агентов. Так. Черт, вот теперь я под впечатлением. Я немного зол. Какого черта он делает? Только двое. Секретными агентами? На кого он работает, блин? Кто просит его руководить агентами? Кто может прийти за этими парнями? Ладно. Натуральные неженки. Сняли что-нибудь с трупов? Нет, здесь идентификация по отпечаткам. Подожди. Так что, если ты не владелец, ты не можешь его ни подать, ни использовать. Кроме очков, которые закрывают мозги. Ты должен туда отправиться, да? Тебе очень нужно туда отправиться. Может, вы заткнетесь? Так, я не могу так пролезть. Что Кобин чересчур недоволен. Я так понимаю, должно быть в прятки играть здесь. Ты мне нравишься больше, когда ты толковые вещи говоришь. Ничего необычного, парни. Все как всегда. Никаких накладок. Поставка будет сегодня. У нас нет времени. Заткнись и делай свою работу. Блин, надо было поди их валить. Мне нужна дополнительная информация. А? Мне нужно кое-что... Так. Наверх больше никто не хочет идти. Ох ты, блин. Ну-ка. Давай, давай, давай. Да, блин. Ладно. Пока вроде все нормально. Ага, я вот так даже умею кататься. Хорошо. Итак, сзади нам
Никто не помешает. Арсенал. Ну-ка давай. Что мы имеем? Так, убойная сила, дальность, меткость улучшить, вооружиться. Так, имеющиеся очки 0. Ну а смысл тогда мне от этого арсенала? Здесь что? Взяли. А приблуд-то у меня нету, да? Как это действует? Куда надо? Жать. Улучшить. Цена. А у меня нету ничего, да? По деньгам. У вас недостаточно. Ну и ладно. Подождите, а как вообще мне как-то можно обирать трупы, нет? Ага, вот так вот. Взять. Нет, обирать трупы я не могу, к сожалению. Ну ладно. Идем. Крадемся. Чем раньше мы это сделаем, тем раньше нам заплатят. Так, если вам нужна темнота, уничтожьте источник света, выстрелив в него. Мы опережаем график. Только не говори об этом этим парням. Да, кроме шуток. Кто-нибудь знает, что в большом ящике? Не знаю, да мне и не интересно. Это дорого, это Россия. Больше мне знать не нужно. Это значит, что в этом рейде мы воспользуемся обыкновенным пилотом. Он постоянно выполняет сложные поставки. Да, Кобин ему доверяет. Американцы нет. Вот для чего они отправились в эту поездку? Ситуация на рынке. Да. Блин. Защита инвестиций. Я говорю лишь о том, что сейчас не хотел бы оказаться на его месте. Я меня понимаю, чтобы сегодня да, я знаю. Так, ладно. Мы его зарядили. Ясно. Есть. Я принимаю сообщение от полицейских. Нужно да, выяснить, есть. Материалы что случилось на рынке. Есть. Большие? Есть. Прекратить переговоры. Что это? Есть. Эта штука. Есть. Чтоб тебя. Вот так. Пока нормально идем. Куда мне здесь надо? Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте смотреть. Блин. Подождите. Я только что нашел Фишера. Его нужно. Что за. Сэр, он за. Мне конец. Блин. Ладно. Посмотрим это с другой стороны. Давай, давай. Чем быстрее мы все это загрузим, тем быстрее мы доберемся к американцам в аэропорту. И чем раньше мы это сделаем, тем раньше нам заплатят. Мне кажется, эту штуку можно уронить. Все готово? Мы опережаем график. Только не говори об этом этим парням. Да, кроме шуток. Кто-нибудь знает, что в большом ящике? Не знаю, там мне интересно. Это дорого, это Россия. Больше мне знать... Да, это... Дорого, это Россия. Да, Кобин ему доверяет. А американцы нет. Вот почему они отправились в эту поездку. Да, защита инвестиций. Я говорю лишь о том, что сейчас не хотел бы оказаться на его месте. Ты меня понимаешь? Да, я знаю. Мы его зарядили? Есть. Так. Отлично. Сюда. Материалы поддержки? Есть. Что, здесь есть? Большие? Есть. Что это? Есть. Это что? Есть. Давай, перебегай. Слушайте, это Фишер. Он снова тут. Блин, завалили. Тоже они, кстати, метко стреляют. Ладно.
Пойдем другим путем. Так, то ни хрена себе. Ладно, вот этого надо будет гасануть тоже. Давай, давай. Мы опережаем график. Только не говори об этом этим парням. Да, кроме шуток. Кто-нибудь знает, что в большом ящике? Не знаю, там мне неинтересно. Это дорого. Ох ты, блин. Это значит, что в этом рейсе мы... Следующий. Так, точно. Так. Кобин ему доверяет. Американцы нет. Вот почему они отправились в эту... Давай. Да. На. Я о том, что сейчас не хотел бы оказаться на его месте. Ты меня понимаешь? Да, я знаю. Мы его зарядили? Получается, пока нормально. Отлично. Да, есть. Материалы поддержки? Есть. Большие? Есть. Что, о, блин? Он там. Стреляйте. Черт. Вот так. Вроде бы со всеми разобрался. Так, переходим. Материалы поддержки. Вот патроны взял. Не надо мне тут ля-ля. Патроны, кстати, от пистолета бесконечно, что меня радует. Пробуем. Ага, вот так это действует. Вот так это действует. Все, мы поняли. Проходим сложный участок. Здесь кто-нибудь слышал? Или кто-нибудь видел? Так. Эмиграната. Ладно, давай посмотрим эмиграната. Зачем мне эмиграната? Пока что мне... Она без надобности. Так, так, так. Твою ж мать. Так, кто тут? Кто-то смотрит фильм. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чем занят, Фишер? Любуешься картинами? Пошел ты. Так. Граната. Спокойно. Это нужно сделать. Ладно, парни, вперед. Вперед, вперед. Давай, осторожно, вон здесь. Тихо, тихо, тихо. Ну что, теперь боишься? Граната, в укрытие, в укрытие! Мне конец. На! Покажи, там, ребята, будут. Это Фишер, он снова тут. Спокойно, спокойно. Тебе лучше прятаться, Фишер, чертов трус. Прикройте меня, надо перезарядить. Теперь он... На! Прячешься в музее, Фишер? Нет, блин. Сидишь в укрытии, я тебе устрою. Устрой, устрой. Давай. Выходи на меня. Я вызываю. Дурачок. Контрабандист оружия. Так, теперь. Мне от вас тут надо-то? Эмиграната. Ну, по эмиграната, да, немножечко помогла, конечно. Даже не знаю, сейчас посюда пойду. Так, это вино. А тут разными путями можно было просто идти. Вон оно что, Михалыч. Две гранаты эми. А куда это? Ни хрена себе, куда я мог? Ладно. Я вообще-то хотел вот просто свет выключить. Понятненько. Как там можно было? Арсенал. Давайте, что я? У меня
Имеющиеся очки. Ага, у меня тут всякой штуки есть. Я как понимаю, надо собирать это, их оружие подбирать, что ли, или что? Так, метки. Так, что я могу тут прокачать-то? Улучшить. Цена 300. Точность. Убойная сила. Вот, убойная сила или точность? Давайте точность. Вот так вот. Зачем мне имеющиеся очки опыта-то дают? Ладно. Не будем сейчас этим голову заморачивать. Но на всякий случай вот так. Мало ли. А может за бесшумные какие-то убийства, а может за разрушение. Кто же знает-то. По крайней мере, я сейчас не в курсе, зачем здесь дают очки. Опа. Давай, ползи. На. Подойди ближе. Черт, черт. Вот так. Никого. Залазим. Идем, 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 идем. Большой дом. В таком заблудиться можно. А тут можно было вот с ними в прятки играть. Тихо, тихо. Что это за воспоминания на меня нахлынули или что это? Видеопоказ? Ладно. Не суть. Итак, каков план? Какие планы, говоришь? Я тебе скажу. Схватить убийцу. Через эту дверь. Мы шлепнем его, и все. Босс, а что если он через окно войдет? Тогда ты его застрелишь. Что это за дурацкий вопрос такой? Скажу прямо. Никто никуда не уйдет, пока Фишер не будет убит. А пока он не покажется, вам нужно просто заткнуться и так. Держать пушки наготове. Я понятно, брат? Звук внутри. Да, босс. Молчать, я сказал. Спокойно, босс. А ты мне не указывай. Я готов. А вы, кретины, я готов. Идем, идем. Я вообще готов. Вас понял? Я ничего не слышу. Ты что-нибудь слышишь? Черт. Ладно, проконтролируй. Посмотри, что происходит у двери. Блин, надо туда закинуть эту. Полицейским патрулям. Ситуация. Босс, я ничего не вижу. Эй, выяснить, черт, 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 убейте его нахер. Ты ведь не пули непробиваемый, правда? Я слышал выстрелы с вашего направления. Я твои мозги по стенке разбил. Ну-ка, давай. Замри и умри. Ты сдохнешь в этом музее, Фишер. Он на окне. Да, блин. Осторожно, он там. Блин, ладно, спалился, так спалился. Как-то это должно по-другому, конечно, быть. Ну, мы об этом сейчас посмотрим. Так, тут, кстати, где-то так испытание перезапустить, сложность, так, настройки продолжить. Итак, каков план? Какие планы, говоришь? Я тебе скажу. Этот сукин сын войдет через эту дверь. Мы шлепнем его, и все. Ага, сейчас. А что, если он через окно войдет? Тогда ты его застрелишь. Что это за... Когда ты его застрелишь. Скажу прямо. Никто никуда не уйдет, пока Фишер не будет убит. А пока он не покажется, копа, заткнуться и держать пушки наготове. Я понятно выражаюсь? Да, босс. Молчать, я сказал. Спокойно, босс. А ты мне не указывай. Я готов. А вы, кретины, чего вы ждете? Убейте его нахер. Вот так. Так.
Кто там остался? А так я выберу. Тихо. Блин. Опять не так. А чё он меня что-то быстро выстрелил и не перезарядился? Ладно. Рассмотрим другой вариант. Ну-ка, с этой стороны тоже есть. Нет, с этой стороны нет. Я тебе скажу, этот сукин сын войдет через эту дверь. Мы шлепнем его и все. Да как же я войду через эту дверь, если меня через окно надо. Только тихо. Что это за дурацкий вопрос такой? Скажу прямо. Никто никуда не уйдет. Хопа. Вот так, приятель. Вам нужно просто... Первого убрали. Где второй? Где его пристрелил-то? Да, босс. Молчать, я сказал. Спокойно, босс. А ты мне не указывай. Чего вы ждете? Убейте его нахер. Опа. Куда вы стреляете? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой. Пошел нахрен, Фишер. Еще немножко. Проверить территорию. Так. Я не стану тебя убивать, Фишер. Ты будешь нашим новым экспонатом. Не знаю, как ты, а я не хочу быть следующим. Это мой дом, слышал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так, сука. Оглядись. Я тебя... У нас потеря. Не подыхаешь. Убейте этого сукиного сына Фишера. У меня ничего, а у тебя? Ты меня не возьмешь. Сколько бы в музее не было укрытий... Блин. Так. Это должно быть там. Нарываешься, Фишер? Дерьмо, а? Я слышал выстрел. Ну, давай. Что давай. Ты можешь? Слышал меня? Ты ничего не можешь. Открыть огонь. Мне конец. Ой-ой-ой. Он на окне. Это Фишер, ублюдок, снова тут. Ой-о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 й. Ты ведь не пули непробиваемый, правда? Я твои мозги по стенке размазал. Так. Замри и умри. Ты один остался, да? Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, ты меня пока не видел. Да. Эндрю Кобин, ты там что-то говорил о моей дочери? О боже, нет, я просто неудачно пошутил, мужик. Я не хотел, клянусь, я не хотел. Ты уверен? А может, я вот хотел. Загладь свою вину передо мной. Скажи, зачем ты ее убил? Я не могу тебе сказать. Ты можешь только убить меня. Сейчас сделаю, подожди. Не расстраивайся, за мной не заживеть. Еще? Это была просто работа. Фишер дал мне фотографии и приказал доставить тело. Вот и все. Обычная мокруха. Они слишком расплывчато. На кого ты работал? Не могу сказать. Я на них еще работаю. Они убьют меня, если скажу. Тебя убивают уже. Как ты понять не можешь? Я сейчас твой злейший враг. Так, как мне с тобой, дурачком-то, поступить еще? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Давай-ка. Тебе сейчас не их нужно бояться. Мне бы тебя выкинуть бы. Это тебе не по зубам, Фишер. Они круче тебя и круче меня. Давай. Ты что, не понял? Они сказали мне, что ты придешь. Ну, озвучка-то да. Бросай оружие, Фишер. Отойдя сейчас, дай мне одно оправдание, Фишер. Сэм, хоть одно чертово оправдание. Еще как, черт подери. Пожалуйста, ты должен довериться мне в этом. Да, ну будешь ладно. Будешь говорить с этой темпераментной бабой, Фишер, очень рекомендую тебе послушать. Она знает такие вещи, которые будут тебе очень интересны. Почему так долго, твою мать? Не двигаться. Руки вверх, Фишер, легко и просто. Ладно.
Мы еще поговорим с тобой. База, это Ястреб-1. Мы нейтрализовали Пантеру, готовы вернуться на базу. Ладно, ты получишь свое, но смотри, если это подстава... Так, подстрелили, да, меня, значит? Снотворным, правда. Ну ничего. Я буду счастлив, если мы высадим спящую красавицу здесь. Рид тоже. Я видел его людей у вертолета, готового к вылету. Наверное, ему не терпится. Полковник Прентис, я добрался сюда так быстро, как мог. Да уж, Оскар. Том Рид очень нетерпеливый человек. Полковник, не хочу показаться назойливым, но мне очень хотелось бы поговорить с вами об оплате. Мне сказали, что Кобин разберется с этим. Ну да, сэр, но с тех пор произошли некоторые изменения. Дополнительные пассажиры, приборы и более дальний маршрут полета. Послушай, Оскар, займись этим с полковником Ридом. Он о тебе позаботится. Было ясно, что кто-то хотел поговорить с Сэмом. Вот почему они так старались подставить его у Кобина. Вот почему они накачали его транквилизаторами и отправили домой. Он был нужен им послушный, когда они разгружали его на своем частном полевом аэродроме в Блу-Ридж. Потому что если бы они этого не сделали, он бы разнес там все в хлам голыми руками. Ну, он проснулся. Ну что вы смотрите-то? Топливо не бесплатное, чувак. Вот тебе и чувак. Полковник Презенс, майор Робертсон, у нас нет времени на разговоры. По графику ваши люди должны отправляться в путь. Все в действии, мистер Рид. Мы начали высадку в 9:00. Сегодня утром. Хорошо. Следите, чтобы с вашей стороны все работало, а я отправлюсь в третий эшелон и займусь делами. А с вашей стороны... Не сомневаюсь. А теперь, господа, если позволите, мне нужна минута переговорить с мистер Брауном. Ну, конец. Конечно, давай, иди. Давай, мисс Браун. Так, Фишер, весь твой. Анна. Ты упаковала его на Мальте. Тебе его и распаковывать. Выясни, что ему известно. Зачем он был нашим, убил нашего друга мистера Кобина. Может понадобиться время, Том. Он обучен сопротивляться допросу. Разрешайте использовать любые средства, химию, что угодно, да будет ответ, и избавься от него. Главное, на этот раз аккуратнее. Ой, хорошо, я все сделаю, я убью его и допрошу его. Что-нибудь еще? Давай, за дело, и позвони, когда что-то выяснишь. Я буду в штабе. Так. Ну, я так думаю, она за меня почему-то. Бунк. Вот так. Слушай меня, я работаю на президента Клэлду, осведомителем в рядах третьего эшелона. Рука об руку со здешним хозяевами частной военной компании под названием «Черная стрела». Украденные российские ими-устройства через Мальту, и Рид блокирует любые попытки расследования. Рид блокирует президента? У него серьезное политическое прикрытие. Непонятно откуда. И президент не может ничего узнать по своим каналам. Нам известно, что они на финальной стадии подготовки к чему-то очень нехорошему. Но нам неизвестно, что это или где это случится. Серьезно? Вообще я заметил, ты стала больше интересоваться полевой деятельностью. Прекрати. Мне нужно, чтобы ты это сделал. Стоит мне пошевелиться, моему прикрытию конец. Но ты снаружи. Ты можешь действовать. Я больше этим не занимаюсь. Скажи это тем, кого ты убил на Мальте. Значит так, если не создать видимость, что ты сбежал и напал на меня, мне конец. Так что постарайся, Сэм. Ударь меня. Делай то, что должен. Грим, дай напомню. Я вышел из игры. Ничего ты не нашел. Стоило лишь... Да вломи ей! Стоило намекнуть на Сару, и ты тут же прыгнул обратно. Разбей ей, Харю. Известно о ней. Ну ладно, придется бить. Да по ней бей-то. Мне известно, что она жива. Неплохо для начала. Ты лжешь, она мертва. Ламберт сказал мне, что она мертва. Ему я верю больше, чем тебе. Она жива, Сэм. И я знаю, где она. Я всегда это знала. Ну-ка, ну, давай-ка по мордам еще. Ложь. Почему я должен верить тебе? Потому что она с моими людьми. О, ну ломик возьму. Поможешь мне, сможешь снова ее увидеть. А если нет, тогда не мне решать.
Ну давай. Не смей врать об этом, или я убью тебя, поняла? Я убью. Сколько тебя. Эмоций, какая патетика, господи, переводчика застрелить бы нахрен. Я тебе об этом годами. Ладно, я. Ладно, сойдет. За работу. Заткнись. Держи. Моя машина сразу за их воротами. Красный Т-208. Я отключила процессор навигатора. Спутники третьего эшелона его не найдут. И возьми эту камеру-трос. Она подключена к телефону. Сигнал закодирован. Камера-трос? На случай, если соскучишься. Так я смогу организовать звонок Саре, чтобы доказать тебе, что она жива и здорова. Теперь тебе нужно выбраться, и чтобы за тобой не гнались. Пластид поможет. Снаружи есть немного. Возьми его и перезвони. Пластик. Взрывчатка? Пистолет не дашь? Главное, стреляй в кого нужно. Не беспокойся. А ничего, что тот был в затылок застрелен со спины. Я не смог бы его убить, даже бы сильно захотел. Так. Тут кто-то должен быть. Опа. Ты даже половины не знаешь. Сейчас. Третий эшелон взял одного парня, который совершил кучу убийств и превратил его в машину для убийства абсолютно нового уровня. И затем... Чтобы сменить. Сюда. Зачем? Черт подери, откуда мне знать? Эти скрытные хитрюги любят свои хитрожопые планы. Но они никогда не приходят убирать за собой, когда что-то идет не так. Ты же больше не видишь здесь того худого придурка, правда? Черт, будь мать... Да. Вот неплохо. На первый раз, так скажем, достаточно. Опа. Патроны взял. Хорошо. Взрывчатка. Грим, вот. Пакет у меня. Хорошо. Вот каков план. Они не могут проследить мою машину по GPS. Но у них там вертолет. Ага, прикрепить С4 на вертолет. Ну вот. Они просто взорвут меня на дороге. А мы далеко в глубинке, и никто не заметит. Ты должен обезвредить вертолет, или никуда не уедешь. Понял. Хотя детонировать лучше не сразу. Так, ладно. Так, ладно. Ба, не хотелось бы мне быть пилотом этой штуки. Выполнить проверку. Высохнет довольно быстро. Надеюсь, мы скоро проведем боевые испытания. Хопа! Блин, я все боюсь этих штук. Играет дальше. Как думаешь, что будет сделано? Скоро. Ты так всегда говоришь. Там, это фишка. Не ошибаюсь, правда? Спокойно. Что это за дрянь вообще? Экранирующий материал. И что там? На верхушке матрицы из стекловолокна медь. Армия США начала разрабатывать ее в 90-х, а вы, ребята, довели ее до совершенства. Думаю, для... Мне надо тех надо подбить. Не стоит недооценивать значимости того, что на твоей стороне умные ребята. Но умники всегда допускают одинаковые ошибки. Поэтому мы его и... Третий, что у вас? Что у вас? Ладно. Вау, я даже вот куда могу ползти. Если что-то на аэродроме будет не так. Ладно. У меня есть другое предложение. Опа. Вас понялся. За меня можете не волноваться. Вот это сила духа. Разойдись. Докладывайте. Так. Третий, займитесь проверкой. Проклятие. Да. Проклятие. Ух ты, хищник. Сукин сын.
Ой, а там еще двое были. А я их даже не заметил, смотрите-ка, или один там. Если б я знал, что ты там. Всем подразделениям идти на соединение. Пока нормально. Кто остался в живых? Всем выйти из сумрака. Что взять? Зачем он мне нужен, если у меня пока с этим проблем нету, с оружием? Вот тут ползать, смотрите, как можно хорошо. Так, оружие у всех одно и то же. Ладно. Закладываем. Ну, можно, конечно, было и не убивать их. Теперь нужно разобраться с электросетью аэродрома. Молодец. Когда аэродром перестроили для военных нужд, черная стрела выжила из его системы все, что можно. Значит, она уязвима. Самое слабое место наверняка трансформатор. Ага. Где мне их найти? Один установлен в одном из бараков. Доступ из здания. Это мой любимый питомец. Арсенал. Давайте посмотрим, что у меня в арсенале есть. Ну, это довольно неточный пистолет. Улучшить. Купить. Конечно, купить. Так. Магазин. Купить. Конечно, купить. Используется так. Лазер используется. Так, ну здесь я оружие-то я прокачал. Ну-ка, тихо там. Так, улучшить. Что я могу тут? А как мне назад-то сделать? А, вот. Так, убойная сила. У этого меньше убойная сила. Ну, дробовика убойная сила, охренеть, но точности нету никакой. Гранаты. А, вот как это действует. Здесь вообще всего одна. Понятно. Так. Ну, у этого точность больше. Так. Если мы его улучшим. Убойную силу прибавим. Так, меткость. Ладно, все, это мы улучшили. Ну, надеюсь, сохранилось. Хотя я должен был еще посмотреть глушитель на него, по идее. Так, отключить трансформатор. Все ясненько. Так, пистолет на 18. All personnel are reminded that non-essential use of staff vehicles is forbidden. Anyone found using field-rated vehicles for private purposes will be subject to formal discipline. Так. Какую сторону-то? Хопа! Attention, attention. The weapons drill has been postponed until 800 hours. Repeat. The weapons drill has been postponed. Так, кто у нас здесь? Томас, приступаем к подсчету. Ничего особенного. Кончаем готовиться. Привал на 8 часов и в дорогу. Клево. Люблю гладкие операции. Не будет такого. Вопрос времени, пока лажа начнется. Ты циник. А ты мечтатель. All personnel. All personnel. The ordnance inventory is now complete. Все отлично идет. Циник, мечтатель.
Вот здесь вот я что-то могу взять? Нет. Таких фишек нету. Пробел. А, новое средство. Так, осколочная граната. А как мне их менять? А, вот так вот. Все, понял. Опа. Эй! Туда, прикольно. Ой-ой-ой. Я куда-то не туда шагнул, что ли? Ну-ка, давайте глянем, что здесь за поворотом, перед тем, как надо очистить территорию. Кто-нибудь знает, кто сюда вернулся? Проверка связи. Господи! Так. Пока неплохо. Это первый, паршивая позиция. Если кто-то знает, как зовут девчонку, которая была с Фишером, скажите мне. Хоп. Есть. Сейчас тебе скажем, ага, два раза. Так, мне надо что-то здесь сделать. Вывести из строя. И ручку отломил. Правильно. Мы потеряли электричество. Запустите резервный генератор. Пошевеливайтесь. Тебе не уйти с нашего аэродрома, Фишер. Почему? Почему вы так решили? Ну давай, теперь сука, тебе покажи, конец, что ты можешь. Молодец. Так, моя машина припаркована сразу у ворот. В стороне от главной стоянки. Но при нынешней делах ты далеко не уедешь. Почему ты мне не сказал? Снаружи есть спутниковая тарелка. Она подключена к частному спутнику шпиону. Убей ее с помощью взрывчатки. Я думал, твоя машина чиста. Это так. Но если они будут вести тебя со спутника визуально, толку не выйдет. Проверь-ка, не забыла ли ты еще что-нибудь? Так. Арсенал. Давайте проверим, что у меня в арсенале-то. Опа. Я не дурак, чтобы лезть туда. Так, улучшить. Используется, используется. Вернешься на самолет, Фишер. Ой-ой-ой. Хочешь, чтобы мы тебя выкурили? Нашел, Фишер там. Вот так. Тут нету никого? Так. Опять еще кто-то. Ты идиот. Как мне туда забраться? Опа. Чё? Сзади, чтоб никого не было-то. Ладно, пойдем, 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 пойдем. Бежим. Так, я как понимаю, это сохранялка, да? Чук-чук-чук сыграла. Нам нужен свет на вертодроме. Дайте нам аварийный свет. Мы вверх дном перевернем, если понадобится. Он рядом, взять его. Он рядом. Кто-то взорвался. Тебе не спрятаться. Мы обыщем все уголки до единого. Да ради бога. А, вон он там ходит. Крутой, покажись. Я знаю, что ты здесь. Похоже, возмущения прекратились. Сохраняйте бдительность. Ты меня здорово разозлил. Этот аэродром не настолько велик, чтобы ты от меня спрятался. А насколько он велик? О, господи, черт! Лучше выходи, не зли нас. Я найду его и заставлю заплатить. Да, два раза. Сколько вас тут еще? Давай, я знаю, что ты там. Покажись. Вот так.
Кто тут еще остался? Не заставляй меня прочесывать весь аэродром. Выходи. Тихо, тихо. Я знаю, что ты там. Блин, я вот там. Меня искать тебя. Вижу тебя. Вот так. Выходи, я обыщу весь этот аэродром, если понадобится. Конечно, обыщешь. Так. Кто бы ты ни был, это закрытый аэродром. Выходи. Что, не получилось? Зря ты сюда пришел, козел. Тебе конец. Хопа. Вот и все. Пока проблему решаю. Я тебя достану, клянусь. Вон он еще один. Спокойно, его достанут другие. Прячешься, как девчонка. О боже. Не волнуйся, брат, мы найдем того, кто это сделал. Как же ты его найдешь? Сдавайся, я знаю, что ты здесь. Выходи. Внимательнее, он где-то здесь. Опа. Вот и все. Нашел, да? Я знаю, что ты где-то здесь. Выходи. Да кто ты где-то? Вот я бы тебя слышал бы еще. По звуку хотя бы определить. Давай, бери меня. Я здесь. Не заставляй меня ждать тебя. Давай, где ты? Я найду тебя. Это лишь вопрос времени. Тебе так. Спрятаться. Мы обыщем все уголки до единого. Давай, обыскивай все уголки. Я тебя достану, ублюдок. Слышишь меня? А мы пока обойдем, посмотрим. Ты меня здорово разозлил. Этот аэродром не настолько велик, чтобы ты от меня спрятался. Опа. Выходи, пока я добрый. Слышь меня? Грим, я разобрался с тарелкой. Значит, пора тебе вытаскивать. Моя машина за воротами. Хорошо. Исследование в периметре. Это не случайно. Attention, all personnel. There is an escaped prisoner inside the compound. Молодец. He is to be Хорошо, considered armed and dangerous. Report to your security positions immediately. You were clear to use deadly force. Эй, Фишер, вон там. Блин, сам себя, что ли? Так. Надо с этими гранатами разобраться как-то полегче. Я разобрался с тарелкой. Значит, пора тебя вытаскивать. Моя машина за воротами. Attention, attention, all personnel. There is an escaped prisoner inside the compound. He is to be considered armed and dangerous. Хорошо, что я не бил тебя сюда. Report to your security positions immediately. You were clear to use deadly force. Там должен кто-то быть. Поехали, дерьмо. Достанем этого сукиного сына. Тихо. Внимание, парни. Это стрелять на поражение. Покончим с этим, урод. Это... The prisoner is still at large. Repeat. The prisoner is still at large. У нас есть кое-что для тебя. Лучше со мной не связывайся. Ну ты нарвался. Некуда бежать, выходи. Заряжаю. Есть у кого-нибудь лишнее? Нужно взять этого парня. Прикройте меня. Черт побери. Что за черт? Это он, это Фишер. Ты самый умный, Фишер. Что это за дерьмо? Хватит играть. Warning. The prisoner has had extensive combat training. He is armed and extremely dangerous. Беги, беги, беги. Вот сюда выбегу. Ага, хрен там. Я потерял контакт с нарушителем. Мне нужна поддержка в зоне зачистки. Сюда. Хватит дурацких игр, займемся делом. Лучше прячься, сукин Черт, сын. Черт, это Фишер. Нужно его остановить. Нужно. Пока как? Проклятие. Что за Ну, я его нашел. Где ты меня нашел? Всего 5 секторов. Вперед.
Вперед, вперед! Ты просто засранец. Давай-ка. Я иду за ним. Пока этот козел занят, я подберусь ближе. Нам нужно быстро найти этого парня и разобраться с ним. Обыскать территорию. Получаю. Да, он там. Нужно войти внутрь. Фишер, теперь посмотрим. Давай. Блин. Ладно. Пойдем другим путем. Грим, я разобрался с тарелкой. Значит, пора тебя вытаскивать. Моя машина. Attention, attention, all personnel. There is an escaped prisoner inside the compound. He is to be considered armed and dangerous. Молодец. Report to your security positions immediately. You were cleared to use deadly force. Тебе нигде не спрятаться. Ты дождался, сволочь. Это Фишер, он там. Покажи, на что способен. Черт, он бросает... Ты еще пытаешься, не связался. Боишься? Бросай световую, правильно. Берегите глаза. Я вижу его там. Есть, вижу. Вперед, вперед. Давай, урод, покажи, на что ты способен. Опа. Блин, а как вы завалили, падлы. Ладно. Мне бы как-нибудь переждать, а по одному у вас ухлёстно. Значит, пора тебе вытаскивать. Моя машина за воротами. Attention, attention, all personnel. There is an escaped prisoner inside the compound. He is to be considered armed and dangerous. Молодец. Report to your security positions immediately. You were cleared to use deadly force. Чёрт, ложись. Чёрт, ложись, на, лёг. Чёрт, Фишер изобретательный. Чтоб меня, думаешь, я на это попадусь? Это оскорбление. The prisoner is still at large. Repeat, the prisoner is still at large. Ага, закрыли все здесь. Ты забавный заключенный, Фишер. Как крыса на помойке. Вот чё, дерьмо. Кажется, я его вижу. Боже, это Фишер, взять его. Я иду. Берегите глаза, бросаю световую. Подожди. Warning. The prisoner has had extensive combat training. He is armed and extremely dangerous. Проклятие, он попал. Внимательнее. Не играй со мной, говнюк. Где ты? Почему-то не играть. Я потерял его, запрашиваю поддержку. Поддержку? Так нечестно, у вас что, прибавляться можно? Я же не прибавляюсь, почему вы-то... Хватит трястись, выходи. Так. Мне надо как-то через вас пройти. Господи, урод, тебе конец. Стой, стой, стой. Ищешь так. Самолет, Фишер? Выходи, да. Я отправлю тебя в полет. Покончим с этим. Он ушел. Это знакомо. Так, ушел он. И это все, Фишер? Жалкое зрелище. Вот, Сэм, черт. Плохие новости. Сара в порядке, но придется отложить обещанный тебе звонок. Перестань со мной играть. Не страшно. Больше, если я не могу поговорить со своей дочерью. Слушай, парень, я знаю, что ты тут здесь. Чисто. Полегче. Переходим в следующий квадрат. Продолжаем движение. Куда он подевался? Блин. Проклятие. Я иду за тобой, здоровяк. Он должен быть там. Проклятие. Есть. Ты не должен был уйти живым с аэродрома, Фиша. Некуда бежать, выходи. Он вон там. Так. Ага, два раза. Ты покойник, Фишер. Да сейчас. Пока-пока вы. Слушай внимательно, мы тебя найдем. Да ты шутишь, я туда ни за что не пойду. Так, систему, так, уничтожить систему охраны ворот. О нет, я туда ни за что не пойду. Ага, ты, значит, там залип.
Думаешь, я... Ну не ходи, я сам к тебе приду. За стол, да, сесть? Ладно. Вывести из строя. Вывожу. Блин, а еще и хакер какой-то там. Ладно. Опа. Прекрасно. Так. Убег. Я убег. Охрана Паладин 9, говорит Виктор Косте. Вик, это Сэм. Я в городе, и мне не помешала бы помощь. Если ты просишь о помощи, нам нужно сделать это лицом к лицу. И какого черта там у тебя происходит? Я подумал, что ты узнаешь этот звук. Он ничего тебе не напоминает? Да, Ирак. Эй, Сэм, как там твоя дочурка? С ней все хорошо. Я получил от нее рисунок по почте. Кажется, рисовать ей помогала ее мама. Класс. Мои дети не присылают мне рисунки, даже не пишут ничего. Не пишут, прямо крутые такие. Читать, засранцы. Кто-то вас там валили пачками. Но когда я выберусь отсюда, то пойдешь в детский сад? Знаешь, я слышал, сейчас в детском саду есть вступительный экзамен. Сэр. Не знаю, сможет ли видеть. Ложись. То ли мина, то ли граната. Не двигаться. Вот так вот. Знакомый звук. Вот он. Та-та-та. Добил. Сэм доверял мне. Ведь мы с ним столько всего пережили вместе в заливе. Вот почему он позвонил мне после того, как третий эшелон выкинул с ним этот маленький номер. Он нуждался в прикрытии. Я был его единственным другом. В смысле, он еще и ранен оказался? Ну, бред полный. Ой, ладно. Я думаю, на этом все. Буду прощаться с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Потому что этот Ирак отложим на следующее видео. На следующее видео. Что у меня калаш? Предположительно погиб. Найдите укрытие и держитесь, мы вас заберем. Пистолет громкий, калаш. Ну что ж, пока.